Маргарита, ну начнем, наверное, с того, что вы решили приехать на Jazz Mai. Почему вы этот фестиваль отметили для себя галочкой в своей работе? Ну и сами чего ждете? Ну, как молодой, еще не созревший, наверное, потому как коллективу всего только 3 года, он еще достаточно такой незрелый, скажем так. И для того, чтобы быть на таких фестивалях такого уровня, нужно было хорошо сработаться и иметь, наверное, такую уверенность стопроцентную. Ну, хотя вот сегодня мы репетировали, у нас был саундчек, и судя по уровню происходящего везде, здесь, то... волнение на 101%. Пусть готовность будет на 99%, но волнение чуть-чуть больше. Но чего ждем? Наверное, позитива от публики, удовольствия от происходящего на сцене. А удовольствие хотим получить сами от того, что мы здесь присутствуем, поем, играем. И все это вживую. И надеемся на то, что зрители оценят нас. Хорошо, Маргарита, скажите мне, вот вы сказали, что нужно было время, чтобы сыграться коллективу, чтобы как-то вот вместе сработаться, да? А как вообще это физически-то у вас получилось? У вас же там вон что, вы где, в подвале репетировали? Понимаете как, какие-то мы, наверное, артисты ненормальный чуть-чуть народ. Вот, потому как, несмотря на то, что за окном... разрывались снаряды недалеко от нас, буквально в 20 километрах, а мы в здании филармонии играли концерт. И зритель сидел, и, наверное, как ни странно, вот в это тяжелое для нас время наш луганский зритель, он начал ходить в театры, начал ходить в филармонии, начал как-то, наверное, нужно это людям расслабиться, отдохнуть, поплакать где-то вместе с нами. Наверное, не было другого выхода. Наверное, никто не думал. Нельзя было просто остановиться, замкнуться. Надо было двигаться дальше. Несмотря на то, что мы потеряли многих близких, не только близких, и тяжело. В личной жизни вы какая? Какую вы музыку сами слушаете? Что вы любите? Чтобы вас немножко понять чуть-чуть больше. Так вот. Какую музыку я слушаю? Я... разную абсолютно музыку слушаю. Не могу сказать, что я фанатка джаза, я слушаю только джаз, и у меня в машине он звучит только. Нет. Люблю разную музыку, но больше люблю лирику. Люблю подумать, помечтать. Данный момент, период нашей жизни, это, наверное, более актуально. Вот, люблю блюз. Больше всего, наверное, люблю блюз. Наверное, так. А в жизни, несмотря на то, что я солистка ансамбля «Комбо», я еще и артистка нашего театра украинского в Луганске. Поэтому успеваю совмещать по чуть-чуть и одно, и второе. И расслабляться некогда. И дай Бог, чтобы у нас все было и осталось так, как есть. Спасибо. Удачи.